Что посоветуешь молодым игрокам и командам? Из советов, прям вот таких, которые я на своем опыте, наверное, могу посоветовать, чтобы вы не забывали о том, что помимо того, что нужно играть фейсет, нужно очень много смотреть официальных матчей, чтобы хоть какое-то представление иметь о компетитив CS. Это раз. Два, нужно тренировать гранаты, смотреть и узнавать новые фишки. Гранаты прям обязательно, потому что без знания гранат на каждой карте вы будете слабыми игроками. То есть Competitive CS — это не стрельба же, там играют гранатами.